всех приветствую. Рад видеть, как всегда, на канале. Сегодня планы такие. Приехал к себе в Ярославскую на один день. Утром дела были. Сейчас до обеда все дела сделал. Ну и грех куда-нибудь не выбраться, хотя бы на несколько часов. Будем проверять наши недопроверенные небольшие полянки. Ну и, как обычно, показывают находочки. Так что смотрим. Приехал на полянку. Вроде неделю назад здесь были, только трава начала расти. Уже что-то скосили. Когда успевает. Первая находочка. 10 копеечек рамочник. Приятненько. Собираем. Как, друзья, решил вот здесь походить. Так, поподробнее достаточно. Пожалуйста. Второй сигнальчик. Такая прекрасная чешуечка. Михаил Федорович. Есть она здесь, всегда я говорил. Будем посмотреть и поискать, как говорится. Так, друзья, вот с такой глубины на свет появляется крупная какая-то монета. Воду не взял с собой, конечно. Хотя сейчас до машины дойду. Там, по-моему, вода была. Покажу. Сходил, нашел воду в машине. По ходу дела копейка, что ли. То ли Катя, то ли Лиза. Ну, убита, к сожалению. Лежал глубоко. Еще немного походим, время немножко есть. Приборчик стоит, отдыхает. Сейчас еще поработает. Клеща пока не видно. Это уже хорошо. Так, хожу. Сигналов, кстати говоря, немного. Черных много, цветных не очень. Мусора практически нет. А вот когда в первый раз я по этому полю ходил, еще в том году, был один мусор сплошной. Вот по-разному не открываются. Монеточка у меня. На этот раз щитовик двадцатка. Фокус где? Не вижу. Чуть погнутый. Да пойдет. Очень даже. Вот так и хожу. Туда-сюда, не спеша. Раз три, наверное, уже сходил. Забавная пуля выскочила. Я, честно говоря, что-то таких не припомню. Что это такое? И от чего? Кто знает, подсказывает. А, может, не сталкивался с таким. Забавно. Так, друзья, к сожалению, время неумолимо кончается. Ходил 2,5 часа. Сами видели, 4 монеты, одна из них чешуйка. Ну, всякая шмурди, какие-то там пуговки. Все остальное. Пуля вот эта странная. Ну, душу отвел. Хотя коп, конечно, коротенький получился. Но все приятно, чешуя выскочила, это всегда хорошо. В следующем видео, скорее всего, будет выход в Подмосковье где-то командой.
А дальше будем посмотреть, как говорится. Ладно, на этом прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте пальцы разные. Всем пока!